Первые заезды на Красном кольце начнутся в следующую пятницу. Площадка для дрифтеров сначала будет работать бесплатно. В прошлом сезоне в соревнованиях на трассе участвовали 800 человек. В этом организаторы планируют провести 28 заездов. В ГИБДД напоминают, Красное кольцо работает специально, чтобы любители дрифта не устраивали экстремальное вождение на городских магистралях. Передвигаться по Красноярску на тюнингованных машинах запрещено. За это водитель заплатит штраф 500 рублей, а при повторном нарушении автомобиль лишат регистрации. У водителя будут изъяты государственные регистрационные знаки и регистрационные документы на данный автомобиль. После чего эксплуатация транспортного средства будет запрещена до устранения причины. То есть водителю необходимо будет привести это транспортное средство в соответствие то, когда он выпускался заводом-изготовителем.